В Карагандинском индустриальном университете состоялось торжественное открытие именной аудитории завода «Казтехно». Это событие стало важным шагом, поскольку в ВУЗе в этом году открыли новую образовательную программу по подготовке автомобилестроителей, и первые студенты уже приступили к обучению. Эта программа уникальна тем, что обучающиеся не только изучают теорию по трем основным модулям – легковой автотранспорт, пассажирский автотранспорт и специальная техника, но и имеют возможность пройти практику и трудоустроиться на завод «Казтехно». Ректор Карагандинского индустриального университета подчеркнул важность нового этапа сотрудничества с передовым автобусным заводом Казахстана «Казтехно». Наша главная цель – это дать качественное образование и обеспечить их работой. Трудоустройство 94%, и вот как раз сегодняшнее предприятие «Казтехно», они берут наших студентов на практику и трудоустраивают. Мы с ними вместе открыли первую в Казахстане образовательную программу автомобилестроения. Такой раньше у нас в Казахстане не было. И вот она внесена в реестр образовательных программ Центра, Национального центра развития образования при Министерстве науки и высшего образования. И по этой образовательной программе мы совместно их будем готовить по самым современным технологиям автомобилестроения. Кроме того, мы отправляем на это предприятие студентов и других образовательных программ, потому что кроме автомобилестроения требуются и энергетики, и требуются и айтишники, менеджеры, требуются технологи. Все это мы готовим. Наш вуз в этом плане очень уникальный. И такие стратегические партнеры, как «Казтехно», это просто для нас большая удача. Для студентов новая программа по автомобилестроению предлагает ряд уникальных возможностей. Программа охватывает все аспекты технологических процессов, что позволяет выпускникам быть готовыми к реальным производственным задачам сразу после окончания учебы. В рамках обучения студенты получат доступ к современному оборудованию и последним технологиям на базе завода «Казтехно». Хочется выразить особенную благодарность руководству Карагандинского индустриального университета за организацию именно академической составляющей, научной составляющей в нашем совместном проекте. С нашей стороны будет предоставлена, во-первых, практическая площадка, то есть у студентов будет полнейший доступ ко всем цехам, ко всему новейшему оборудованию, ко всем технологиям. Это во-первых. Во-вторых, у нас планируется проект отдельный по строительству центра компетенций именно для автопромышленного производства. В следующем году мы планируем открытие. У студентов будет уникальная возможность на специальном оборудовании, которое специально произведено для наших, под наши потребности, проходить практику, изучать все возможные аспекты по производству транспортных средств. По словам представителей «Казтехно», в рамках академической свободы, предоставляемой Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, студенты теперь могут проходить практику на предприятии полный рабочий день, совмещая теоретическое обучение с практическим опытом. Все практики оплачиваются, а студентам предоставляются средства индивидуальной защиты, питание и возможность проживания в общежитии университета. Решил поступить сюда, потому что, в принципе, в колледже мне понравилось, мне понравилась эта профессия, я решил дальше идти по ней обучаться. Вот. Хотелось бы узнать больше, чем я знаю, также на практике, и хотелось бы еще и на теории. Вот. Запуск новой программы станет значимым событием для образовательной и промышленной сфер Казахстана. Партнерство с «Казтехно» откроет новые горизонты для студентов и внесет вклад в развитие казахстанской автомобильной промышленности. Анастасия Ходорева, Жахангир Куанышбаев, новости Темиртау.